братцы Бладистанцы, сегодня мы смотрим свежайшие, как бабушкины пирожочки, видео от Зекина. Да, здесь самые годные реплеи, тупо отборнейшие реплеи человек подбирает для выпусков. И, что немаловажно, видос у него вышел буквально вчера, то есть прям по горячим следам. Сразу завозим братишке Лайкоса, это зарубежный автор, так сказать, наш западный партнер, если вы понимаете, о чем я. Погнали глянем, ребят, почерим станковых моментов, так сказаться. Берите покушать, заваривайте чаёху. Погнали. Так, артовод против коня. Два артовода, ля. 950 хп. 950 хп до хера. Этот шотный. Ясненько. Ну, в принципе, времени у него есть немало, чтобы выехать жахнуть этого и потом поехать жахнуть того. Охереть, артовод уже зарядился. Охереть, он уже зарядился, дядь. А он что? А, он на стоковой пушке, походу. Бля. Просто не пробил арту, бля. Что, бля? А 212-й-то уже подзаряжается. И он, походу, ему еще движок выбил или че? Или мозги он ему выбил? Ясненько. Деду, там что-то совсем, пацаны, беды с башкой у коня. Тупо закибербулили. Понятно, понятно, ребят. Ну, не повлиял артовод, ну, бывает. Он, походу, на какой-то стоковой писке. У него тут, типа, просто какой-то спиннинг вместо орудия. А фрага хочется. Бля, фрага хочется. Дна нету, а верх запаян. Бля, фрага хочется. Ставь лайк, если узнал, так сказать, откуда это. Тупо проверка на олдов. А нормально он, слушай, себя там еще чувствует. Вражочек подформил слабенько. А я вижу, пути раковные неисповедимы, да? Раковые пути неисповедимы. Тупо стоит себе на челе фармит. А, да, давай, давай, 13.90 наберешь, братанчик. Бля! В смысле? А, ну то есть он его уже трупом убить не может, да? То есть он не наехал на него полностью. Ёб твою мать. Ты понимаешь, он с днища сделал больше урона, чем пока катался там и что-то выцеливал. Все-таки закибербулили, ну ладно. Ага, да? Немножко отдохнуть решил. Приехал помогать. Не, ну слушай, артовод приехал помогать, это уже неплохо. Что он делает? Чим ты мне не допомог? Ничем ты мне не допомог. Еще один приехал помогать, что ли? Еще один помощник. Бля, типичный бой кусочницы. Может, а может ты поможешь, братик, нет? М2 вообще не выкупает, что здесь происходит. Есть пробитие.
А, это Т-127 раскидывает? А, да? До меня только сейчас дошло, насколько это звездец, брат. До меня только сейчас дошло. Хорошо тогда. Наберешь. Просто отдыхает, братулечек. Просто отдыхает, ребят. Ёб твою мать. Ну ты видел. Тупо закатал, ребят. Раньше закатывали в бетон, он закатал просто в стену. Нормально. Проутюжил артовода. А, сквозь танк! Я не сразу увидел. Тупо сквозь танчик, ребят. Не, ну пусть страдает артовод, все правильно. Только обидно то, что чаще от выстрелов сквозь танк страдаешь именно ты. Тупо забрал с собой в ад, так сказать. Затянул в преисподнюю. Не, я рофлюсь этого чувака. Блин, вообще, вот эта колесная дрянь премиумная, какая же она имбовая, ёп, today, tomorrow. Она просто запредельно имбовая. Даже в сравнении с прокачиваемыми колесниками, этот просто сверхжесткий. Ну и плюс, его не нерфили, кстати. Что? А, ёп твою мать, нормально ему так быка сняли, слушай. Сударь, у вас немножечко шапочка упала, так сказать. Это не ваша шапка, сударь. Ля погоня. Стой! Убью, судья! А, да? Ну ладно. Немножечко просто устал, ребят, от этой погони, от этой суеты, так сказать. От этой бренности бытия. Там же, по-моему, как раз он сможет, да? Да, я понял. Нормально. Отдохнул, так сказать, дух перевел, подзарядился немножечко и сделал. Нормально. Не слабо. Не слабо артовод, так сказать, не повлиял блиншотом. Ну просто, ребят, по засвету штопе стреляет. Ну, очевидно, да. А то, что сплэш там чуть ли не на пол квадрата, ну это ладно. Ты посмотри, как могу на одной гусенке покататься. Нормально, минус один. Минус два. Они реально лежа на боку больше делают, слушай, чем пока в бою. Хорошая была идея. Блин, вот было бы прикольно, если бы он перевернулся и затащил бой, взял Колобанова, да? И потом проснулся...
так сказать, обкаканы в постели. Ну, нормально, бывает. Тупо шведский бутерброд решили устроить. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Понятно. Наберешь, так сказать. Ля, не упал. Не упал. Музычка классная на фоне. Прям вообще балдеж. Обожаю подобную музыку. Ёб твою мать. Меня всегда прикалывает, когда колесника убиваешь, как его начинает раскручивать потом после этого. Тупо пацаны, Форсаж 10 уже здесь. Лысый, видай хрестик. Hello, motherfucker. А он, ну вот, кстати, там, по-моему, мог как-то стать, чтобы можно было пострелять по нему. Братик, ты, походу, первый сдохнешь. А мне вообще все похеру. У него просто, ребят, голова заминирована была, так что он ничего не поделает. Твою мать, ёб твою мать. Бля, и сдох, походу, там же, да? Ёб твою мать, и просто представь, насколько это жесткий выстрел, дядя. Насколько это просто жесточайший выстрел. Не слабо, ребят. Но киберспорт, киберспортивная игра. Кошатика. Охереть. Блин, ну все-таки это красиво, когда рикошетиком кого-то убиваешь. Это очень редкая ситуация, у меня еще ни разу никакого. У меня еще ни разу, реально, у меня еще ни разу в игре за просто овер до хера лет и овер до хера боев ни разу не было рикошетом, даже пробития кого-либо. Напиши в комментариях сейчас, браток, было у тебя хоть раз такое, или может у тебя фраг был? Мне вот интересно, насколько часто эта херня встречается, вот у меня ни разу не было. Хотя это, ну, прикольная тема. Светляк, я выбираю тебя! Тупо покебол, ребят, в него кину. Ля ты крыса. Твою мать. Она просто на всех левелах трахает все живое. Как всегда, ребят, неплохие моменты. Ну, реально, некоторые моменты просто немножечко, так сказать, челюсть свело. Я говорю, тут типа хоть монтажа особого нету на этом канале, но зато моменты реально топовые. Поэтому прожимайте лайк, если было челово, если посмотрели, кайфанули. Подписывайтесь обязательно на канал и напишите ваш комментарий. Это очень важно, друзья мои. Так вы запредельно меня поддержите, если напишите коммент от 5 слов. Ну, типа, YouTube, как говорится, привет, остальным соболезную. Спасибо огромное за просмотр, удачи всем, бэ-бэ.